Добрый вечер. Давайте мы снова начнем с молитвы наше общение. Потому что самое главное, чтобы здесь, на этом месте, был Дух Божий. А потом уже мы с вами. Это для того, чтобы мы понимали друг друга. Небесный Отец, мы искренне благодарим Тебя и славим за это время, за то, что Ты позволяешь нам быть на этом месте. Спасибо Тебе, Господь, что Ты благословил нас всех, нашел нас в этом мире, призвал нас в свой чудесный свет, и сейчас мы можем через изучение священных писаний приблизиться к Тебе еще больше. Благослови сегодня эти лекции, благослови каждого человека, кто пришел сюда, если кто-то еще в пути, также благослови его шаги сюда. И меня, раба Твоего, держи в руке своей, помоги мне передать весь материал целостно и качественно. Отец, Ты знаешь, я очень нуждаюсь в Тебе, в Твоей поддержке, в Твоей помощи. Всегда уповаю только на Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты просто открыл нам всем глаза на истину. Спасибо Тебе, Отец. Благослови это время. Прибудь с нами Духом Святым, и пусть вся слава будет Тебе, великому и всемогущему Богу. Искренне молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь. Итак, мы с вами остановились на 13 главе, и первую часть вот, до 7 стиха мы разобрали. Речь шла о том, что каждый человек, он должен быть послушен с социальной точки зрения, то есть есть власти, которые устанавливает Бог на земле. Была, конечно, оговорка, что если тоталитарный какой-то режим, если это, ну вот как фашисты были, да, или коммунисты, которые конкретно запрещали людям верить в Бога, то, конечно, нужно верить в Бога, несмотря на запрет властей. Но если эти власти, допустим, определяют рабочий день, там, 8 или 10 часов, школьные программы, например, там, да, то есть есть масса вещей, которые отличаются, мы тоже это в примерах с вами рассматривали, даже ограничения на скорость передвижения по дороге и так далее. То есть мы входим в повиновение тех властей, которые Бог поставил на той или иной территории. И в конце были хорошие дополнения. Вот спрашивали, что означает кому страх. Страх, по другому переводу, вот брат Павел помог нам, подсказал, там сказано уважение, то есть речь идет об уважении, о почтительном отношении. 8 стих. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. Аминь. Иногда людям трудно понять, как это может работать именно на практике, что если я люблю, то я исполняю закон. Я думаю, что стоит прокомментировать само по себе понимание любовь. Потому что если вы, допустим, скажете, что такое любовь в одной группе людей, они вам объяснят, что любовь — это когда вы заботитесь о ком-то, или переживаете о ком-то. Более того, ну скажем так, в свете концовки первой главы послания к римлянам, вот то, что мы говорили, да, когда люди не заботятся иметь в разуме Бога, то Бог предает людей постыдным страстям. Так что мужчины на мужчинах делают срам, там написано, да, женский пол точно так же, ну и так далее. То есть речь идет о разного рода сексуальных
отклонениях, которые, конечно, являются извращением. Вот если у этой группы людей спросить, что такое любовь, они, наверное, тоже объяснят, что такое любовь. И я думаю, по этой причине для нас очень важно рассматривать вот эти стихи в контексте толкования слова «любовь» Священного Писания. То есть, что есть любовь, исходя из текстов Священного Писания. Коротко я бы сказал, что любовь – это жертва. Потому что высшая степень проявления любви – это когда объект А готов отдать свою жизнь за объект Б или там весь алфавит. То есть человек готов отдать самое дорогое, что у него есть. Многие из нас на самом деле переживали неоднократно то, о чем я сейчас говорю, только в масштабе намного меньше. Когда, допустим, ну вот то, что я помню из своей жизни, да, было время, когда я встречался еще со своей женой, мы были, не были расписаны, не были женаты. И как бы для меня вопрос времени, он как таковой не стоял. Пешком пройти там 15 километров, нет проблем. Не доспать, нет проблем. Лишь бы увидеть любимого человека. Да? Потом ты идешь на свидание. Естественно, ты должен потратиться, правильно, купить цветы, шоколадку, пригласить в кафе. Ну, я не знаю, может, кто-то из вас помнит вот этот период, там у нас стипендия 40 рублей тогда была в институте. Деньги небольшие, хотя тоже деньги, потому что проезд там был, трамвай 3 копейки, метро 5 копеек. 40 рублей все-таки были деньги, можно было как-то их потратить. И ты... Вот приглашаешь любимую девушку, ты мог бы там потратить на что-то, может быть, ценное, там, спиннинг купить или блесна, может быть, кто-то марки почтовые. Я не знаю, у каждого же свое увлечение есть в жизни, но вот это жертва. То есть ты вместо одного приобретаешь что-то другое, потому что это дороже для тебя. Понимаете? Для того, чтобы понять, что тот, кто любит, он исполнил закон, нужно понять, что означает любовь вначале. И, конечно, высшая степень определения любви, на мой взгляд, находится в 3 главе Евангелия от Иоанна, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Дальше написано, потому что не пришел в этот мир Божий Сын, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующего не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Понимаете, что такое любовь? Определение дал нам Бог. Никто не может оспаривать это. Никто из людей не может сказать, да нет, на самом деле это не так, а любовь это лирика там, или цветы, или еще что-то, знаете. Бог конкретно говорит, я настолько сильно возлюбил этот мир, что я в жертву отдал своего сына. Те, у кого есть дети, прекрасно понимают, что самому намного легче умереть, чем видеть, как умирает твой сын. Более того, ладно бы за кого-то хорошего, но умер-то он за нас, мы с вами в 7 главе, да, говорили, 8 глава, тогда, когда мы еще были врагами Богу. Он же примирил нас своей смертью. Поэтому высшая степень проявления любви – это жертва по Писанию. Я знаю, что во многих учебных заведениях объясняют о любви с точки зрения там, греческого языка, допустим, что есть слова, означающие любовь. Эрос, филио, сторге.
агапе, да, высшая степень любви, агапе. Но те, кто объясняют это, они, как правило, добавляют, что внутри агапы есть все предыдущие степени проявления любви. Потому что на самом деле любовь – это поступок, это действие, понимаете, это глагол. Любовь – это не такое вот теоретическое, абстрактное какое-то понятие. Любовь – это всегда действие. Поэтому тот, кто любит другого человека, он исполняет закон. Хочу вам привести хороший такой пример из притчи, притча, которую рассказал Иешуа. Я думаю, в этой притче хорошо видна любовь сына к отцу. У отца было два сына, и он говорит обоим: идите работайте в мой виноградник. И старший сын говорит: конечно, все нормально, но не пошел в итоге. Младший сын сопротивлялся, не хотел идти, отказывался, но потом он пошел. И тогда он задает вопрос: кто из них исполнил волю отца? Понятно, что второй, да, который сделал. Очень часто люди, находясь внутри религиозных каких-то группах, все-таки ориентируются на прозвучавшее. А нужно на сделанное. Я думаю, это касается всех, особенно служителей. То есть всегда нужно обращать внимание на то, как поступает человек. Поэтому, по-моему, в прошлый раз, да, я говорил, что вот команду, допустим, я подбираю из людей, которые способны иметь свое мнение, как бы сопротивляться. Потому что такие люди, на них действительно можно опереться. Точно так же вот поступает вот этот сын. Он может быть и против, то есть первая реакция его, может, занят чем-то был парень, знаете, может, еще что-то, может, просто не было настроения. Но в итоге, когда человек анализирует свои отношения с отцом, он приходит к пониманию, что надо пойти и сделать, потому что именно в этом выражается любовь, уважение к отцу. Поэтому Иешуа постоянно акцентирует наше внимание на том, что мы делаем, а не то, что мы говорим. Говорить можно все, что угодно. Я имею в виду, конечно, не то, что можно там ругаться, да, или это тоже уже определенные действия. Мы вообще должны понимать, что способность речи, вот, говорить у человека, это тоже Божий дар, и это одна из проявлений в человеке божественного начала. Интеллект, мыслительный аппарат, речь. Кто-нибудь может сказать, животные тоже между собой коммуницируют. Да, коммуницируют. Но осознанное поклонение Богу совершить может только человек. Каждое утро, если вы рано проснетесь, вы услышите, как поют птицы. И они по нарастающей это все идет. В псалмах тоже очень часто сказано, что все дышащее да славит Господа. Природа, холмы, реки, все, что издает какой-то звук или в совокупности издает этот звук, ветер вместе с листьями на деревьях там и так далее. Все это прославляет Бога, потому что в этом всем есть действие, в этом всем есть движение, есть жизнь. Так вот, все животные, они славят Бога инстинктивно, то есть птица, она не может не петь, понимаете? Рассвет наступает, все, это время, это как внутри нее стоит будильник, и они начинают славить Бога. Каждый день, пока она живет. Единственный, кто может отказаться это делать, это человек. Вот не хочет и не будет, понимаете разницу? Только люди могут, собравшись вот так вместе, например, поклониться Богу, объединив свои усилия духовные и душевные, телесные также. На совместное поклонение Богу, на совместное служение Богу.
животное, ну возьмите, например, там, не знаю, дрессированных медведей 10 штук, ну, хотя бы 10. Они никогда не договорятся, чтобы вместе взять и дать богослужение. Или там дельфины. Понимаете, о чем я говорю? Хотя у них тоже существуют социальные группы, забота о там, более старых членах вот этого сообщества. Это все очень интересно, но видна очень большая разница между человеком и остальными живыми существами. И поэтому для того, чтобы любить, нужно исполнить заповедь «возлюби ближнего, как себя самого». На самом деле очень легко определить, как поступить по отношению к ближнему или даже к дальнему. Я всегда думаю, как бы я хотел, чтобы со мной поступили, если я окажусь в такой же ситуации. В том числе, если это касается вот меня как пастора и как служителя. Иногда же бывает у людей падение происходит какое-то. Люди приходят на исповедь, каются, они рассказывают и говорят о каких-то вещах, просто чтобы облегчить свою душу, свое сердце, они исповедуются. И я всегда пытаюсь представить себя на их месте. Вот если бы со мной произошло нечто подобное, чего бы я хотел? Вот Дух Святой всегда подсказывает правильный ответ. Он говорит, вот в такие моменты я понимаю, что я бы хотел, чтобы кто-то меня просто понял, выслушал. И я это делаю. Я выслушиваю, пытаюсь понять. Иногда бывает, я понимаю, что я бы хотел, чтобы кто-то выступил за меня молитвенным ходатаем, просто на буксире потащил меня в молитве какое-то время. И тогда я сам начинаю молиться за этого человека какое-то время. Друзья, на самом деле несложно прочувствовать, как помочь ближнему вот, в той или иной ситуации. Или там звонит тебе брат, говорит, слушай, помоги шкаф перевести. Ну а как бы, ну вечер уже, это уже все, покушал, отдохнул уже, ну после работы уже, ну вот-вот уже. То есть, ну надо же, да, то есть я понимаю, было бы хорошо, вот, чтобы кто-то сейчас подскочил, да, и помог мне. Я беру и еду. Если действительно не получается, вот у меня совпало, как раз лекции были, да, мне звонили, там попросили помочь перевести там что-то. Я говорю, всегда рад, но вот не могу, потому что лекции не могу отменить. Бывают ситуации, понятно, но слава Богу, там у нас вот братья из общины многие отозвались. То есть, чтобы проявить любовь к ближнему, вот как тут написано, не прелюбодействуй. Ты бы хотел, чтобы по отношению к тебе измена происходила? Нет. Значит, и ты не изменяй. Я помню, когда я работал в порту еще, и там на погрузчике работал мусульманин один. Ну и как бы, думаю, номинальный человек, потому что у меня был когда-то сотрудник мусульманин, верующий. То есть он мусульманин, молящийся, читающий постоянно Коран. Я никогда не думал, что люди размышляют точно так же, как и мы на самом деле. То есть для меня это было открытие. Я сейчас не пытаюсь как бы лоббировать что-то, то есть показывать какие-то стороны. Да? Но когда мне человек спрашивает, ты когда Библию читаешь, ты плачешь? Бывает, что ты плачешь? Я говорю, да, он говорит, я тоже. То есть, как бы, ну, созвучные какие-то вещи. Ну, а это другой был. Не такой, не духовный, короче, мусульманин. Причем этот, который вот духовный был у меня, бригадиром, он говорит, что это только религиозные фанатики воюют. На самом деле, говорит, религия не агрессивная. Это люди просто используют какие-то вещи. И таких людей, он говорит, ну, 10% может быть. И на самом деле они нам всем не дают спокойно жить. Мы хотим, говорит, работать, ездить в отпуск, дети, чтобы учились, чтобы медицинское было нормальное обеспечение. Очень такой вот как бы подход.
это я сейчас комментирую не прелюбодейство. И вот этот мусульманин, сидя на погрузчике, там перерывчиво, что-то там размышляет, что надо ему 4 жены, чтобы было. Я ему говорю, слушай, с твоей зарплаты хотя бы одну содержать бы ты смог. Ну и он там мечтает, размечтался, короче. И я такой думаю, что же ему, как же, я говорю, ну, не, надо одна, чтобы была, говорю, так же написано, да, по Писанию. Ну и он там свое что-то. Тут у меня мысль такая, я ему говорю, слушай, а представь себе, что у твоей жены еще есть 3 мужа, и ты четвертый. Он язык, он просто, я думал, он сейчас, он не знал, что ему сказать, он просто куда-то воздух хватает, знаешь. Я говорю, представь себе, вы все пашете, зарплату ей приносите, по очереди она вас зовет, с кем она сегодня спать будет, там он такую картину нарисовал страшную. В общем, он там орал, бегал. Я ему говорю, а что ты разорался, что ты бегаешь, говорю, написано же в Писании. Веагавтар эха камоха. Люби ближнего, как себя самого. Видишь, говорю, ты не хочешь по отношению к себе такого вот расклада. Как же ты желаешь быть вот с, там с несколькими женами, а ты о них подумал, я говорю, а что эти вот люди переживать будут, чувствовать, да? Ну и так далее. Иногда просто мы должны вот действительно поставить себя на место того человека, чтобы понять. Потому что вот эти искушения, эти соблазны, они приходят в жизнь рано, поздно, неважно когда. Важно, готов ты их встретить или нет. Ты готов дать им отпор. Понимаете, речь не идет о том, что их не будет. Они будут. И когда духовная война, вот был у нас курс, я преподавал тоже, я подробно объяснял, как бороться с этими вещами. Побеждать это. Иешуа дал нам все эти примеры. Он же победил искушение. Значит, мы тоже можем. Для этого мы должны готовиться. Когда ты не готов, тебя это врасплох застанет. Если мы не хотим испытывать измену по отношению к себе, мы сами не должны изменять. То есть быть верными. То же самое убийство. Заповедь говорит нам, ну вот по Евангелию от Матфея, по Нагорной проповеди. Ишуа говорит, вы слышали, что сказано древним? Он говорит, а я вам говорю, даже тот, кто ненавидит, тот уже убийца. Почему? Потому что задуманное, оно потом станет сделанным. И если для нас, для людей, убийство, это тогда, когда кто-то кого-то убил, и человек умер, то для Бога то же самое, когда это происходит внутри тебя, этого никто не видит. Но эмоциональное переживание вот это, мы же часто тогда, вот убил бы гада, то убийство. То есть нам очень сложно держать вот этот духовный уровень, который требует от нас Бог. Но стремиться к этому мы должны. И если мы каждый раз в себе будем подавлять вот эти гнев, вот эти чувства, отомстить, воздать по справедливости, да, я всегда вспоминаю свою жизнь и думаю, если бы мне Бог воздал по справедливости, я бы до этого момента вообще не дожил. Поэтому это дает силы как бы быть прощающим, быть сильным. Не кради. Воровать можно же не только кошельки, там, булочки, понимаете? Воровать можно информацию, воровать можно все, что угодно. Присваивать себе, другими словами, понимаете? Я сейчас, наверное, коснусь очень такой темы сложной, болезненной, но правдивой. Когда-то мои преподаватели учили меня. Не только меня, я сидел, как все, вот в аудитории, там нас было 90 человек на потоке. Но я очень хорошо помню, вот, когда служитель, пастор, он говорил, что если ты
хочешь быть служителем, если ты хочешь быть пастором, если ты хочешь быть учителем, то есть человеком, который учит других, он говорит, ты должен печь свой хлеб. И этот хлеб должен быть всегда свежий и всегда вовремя. Я, если пользуюсь, например, какими-то вещами, я всегда говорю, откуда это, то есть источник. Я мог это услышать там или тут, но как бы есть люди, которые реально паразитируют, то есть у них нет материала, они берут, наверное, в интернете, может, еще где-то, просто чужой материал, который сами не создали, не вымолили, не пережили, и его проповедуют везде, там и тут. Даже в миру плагиат считается, ну так скажем, какими-то вещами некрасивыми. Одно дело, если вы, допустим, прослушали какой-то материал, например, вот эти лекции, и вы составили себе конспект, и вы его переварили, это уже ваш материал будет. Хотя будет много, наверное, взято, но это будет ваш материал. Почему? Потому что, когда говорит человек с кафедры, во-первых, между нами с вами есть пространство. Это пространство, с одной стороны, заполнено противоборствующими силами, которые надо преодолеть, и очень часто они искажают немножко материал. Но с учетом того, что все в порядке, сказанное правильно достигло слушателя, когда это попадает в тебя, это проходит через призму твоего существа. Внутри этой призмы твой опыт жизни, твои победы и поражения, твои примеры. Все это твоя жизнь. Идея это то, что есть в Писании, это тоже не мое на самом деле. Понимаете, да, о чем я пытаюсь сказать? Потому что каждый человек, он по-разному материал этот может преподать. Кто-то лучше, кто-то хуже. И я иногда слушаю братьев, и я думаю, Господи, я никогда бы не смог так. Вот мне действительно приятно и хорошо, что люди на таком уровне могут трудиться, могут работать и являются таким вот обогащением для меня, для других, для всех. Но когда это проходит через меня, это становится уже моим материалом. Идея сама, понимаете? Она остается неизменной. Но есть люди, которые просто вот берут один в один и все. И оно видно, жизни нету. Примеры чужие, не его. Еще там все вот это. Поэтому воровство, присваивание там и так далее, все это... Я, допустим, если там касаюсь темы «Теку нулям», я всегда говорю, что я многие вещи подчеркнул вот из материала, который Леон дает Мазин. Нормально. Я с большим удовольствием слушаю его как бы лекции. Ничего мне стесняться, если я это там взял. Но когда я это говорю, я уже это говорю, оно через меня прошло. Но источник, это же не я придумал, не я создавал. Леня тоже, видимо, где-то это взял и пропустил через себя. Он много лет уже работает с этим материалом. Он уже как бы имеет очень такую форму хорошую, заточенную, то, что называется. Просто часто люди думают, что воровство – это воровство, когда вот ночью залез в чужой дом и что-то взял. И не замечают, как они воруют в повседневной жизни у кого-то что-то. А иногда время. А иногда еще что-нибудь. Царство Божье должно быть построено вот на этих принципах, чтобы каждый из нас уважал, уступал, понимал. В этом будет явлена любовь. Вот, допустим, если 100 раз сказать слово «халва», во рту станет сладко? Нет?
Друзья, точно так же, если 100 раз сказать слово «любовь», от этого люди не переживут эту любовь. Надо сделать что-то хотя бы раз или два. И тогда скажи «я люблю тебя». Понимаете? У Якова это хорошо описано. Когда он говорит, если вы говорите, идите, питайтесь и грейтесь, так надо дать покушать и вот что одеться, а не так что. Давай, дескать, там тебя. Господь тебя не оставит. Не лжесвидетельствуй. Лжесвидетельство – это очень тяжелый грех. Вообще здесь перечислены основные заповеди и нарушение вот этих вещей всегда каралось в Израиле смертной казнью. Когда человек свидетельство давал на другого человека, и это свидетельство касалось приговора смертного, то если оказывалось, что это неправда, тогда убивали этого ложного свидетеля. Знаете об этом, да? Очень хороший пример описан, правда, это апокрифа, в книге Даниила, но это не вошло в канон. Там случай с праведной Сусанной. Кто слышал об этом? Хоть краем уха поднимите. Хорошо. 2 человека. Значит, евреи жили в вавилонском пленении, вы знаете, и Бог сказал им строить там дома, садить сады и так далее. Это все в каноне есть. И продолжение книги Даниила, там я могу посмотреть даже, потому что у меня с апокрифами писание. Тринадцатая глава, вот вся об этом. Жил там мужчина именем Иоаким в Вавилоне. И у него была жена, очень красивая, молодая, ну просто. И было там еще 2 таких вот советника, старца, которые вожделели очень Иисуса. И в какой-то момент они открылись друг другу. И они договорились, что будут ее шантажировать. Ну вот они к ней пришли, говорят, если с нами не ляжешь, то мы засвидетельствуем против тебя, что к тебе любовник ходит. И они там все это подстроили, когда она купалась днем в саду. Должность, да? Старейшины, да, они были оба старейшины. Вот так и написано в 8 стихе. И видели ее оба старейшины всякий день, приходящую и прогуливающуюся, и в них родилась похоть к ней. И извратили ум свой. Видите, как описано? И вот они ее. Ну, а ей куда деваться? Она говорит, не лягу с вами, и все. И вот они дают против нее показания. Суд, говорят, мы видели, как она с юношей лежала. И когда ее повели уже убивать, после суда, вдруг Даниил начал орать. Нет на мне ее крови. Суд сразу все, стоп, стоп, стоп. А ну-ка объясни. Ну и я вам прочитаю. «Когда она введена была на смерть, возбудил Бог Святой Дух молодого юноши по имени Даниила. И он закричал громким голосом, «Чист я от крови ее!» Тогда обратился к нему весь народ и сказали, «Что это за слово, которое ты сказал?» И тогда он встал посреди них и сказал, «Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что не следовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля? Возвратитесь в суд, ибо это ложно!» Свидетельство против нее. И тотчас весь народ возвратился и сказали ему старейшины, садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство.
И сказал им Даниил: отделите друг от друга, и я их допрошу. Когда их отделили, он одного спрашивает: под каким деревом она с юношей там лежала? Разговаривали с друг с другом, да? Он говорит: под мастиковым. А второго спрашивает, говорит: а ты под каким деревом видел? Он говорит: там, допустим, да? Под маслиной. Он говорит: солгал, и ты, и ты. И вот этих людей, их казнили. Почему? Потому что они оговорили вот этого человека. Понимаете? Вот этот Хилкия и жена, они прославили Бога и за свою дочь Сусану родители. Это же тоже позор для родителей и так далее. 62 стих я прочитаю просто. «И поступили с ними так, как они злоумыслили против ближнего по закону Моисееву, и умертвили их, и спасена была в тот день кровь невинная». Видите, как пишет Апокрифа? То есть лжесвидетельство, если человек дает лжесвидетельство на кого-то, и это выявляется, его должна постигнуть та же участь, на которую он как бы толкал вот этого человека. Это закон Моисея. Поэтому здесь, в данном отрывке, вот к Римлянам мы рассматриваем, да, не лжесвидетельство. Мы говорили о том, что все 10 заповедей говорят о нарушениях, связанных со смертной казнью. И последнее: не пожелай чужого, потому что очень часто, вы помните, да, 10 заповедь, не желай жены ближнего, вот эти два человека, о которых мы сейчас говорили, они чего вас желали? Жены ближнего, они нарушили 10 заповедь, но они пошли еще дальше, они потом еще нарушили заповедь не лжесвидетельствуй. Очень часто одно нарушение влечет за собой другое. Либо для того, чтобы достигнуть цели, либо для того, чтобы прикрыть вину. Когда кто-то желает имущество чужого, жену, вола, дом, поле, да, также в заповеди написано, он нарушает заповедь «не убий», он убивает. Когда Ахав захотел виноградники на Вуфея, по-моему, да? Иезавель ему подсказала, как это сделать, что ты мучаешься, говорит. Они там уже свидетелей нашли, сказали, что он хулил закон Божий, его убили, а виноградники он себе забрал. То есть, пример я вам, да, привожу из Библии. Первое, захотел чужое поле, виноградник. Второе, для того, чтобы достичь эту цель, он лжесвидетелей предоставил, да, то есть он сам вошел в это лжесвидетельство, и убийство как следствие. То есть, десятая заповедь, она дана для того, чтобы человек понял, каким образом может произойти вот эта беда, нарушение тех заповедей. Вожделение, желание. Ну и в первом послании апостола Иоанна, во второй главе тоже есть хороший стих, там 15-16 стих, что в этом мире, давайте мы прочитаем, про похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую, это не есть от Отца. Не любите мира, не того, что в мире. Видите, вот эта любовь к миру. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Мы сейчас как раз говорим о любви. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, исполняющая волю Божию, пребывает вовек. Дело в том, что когда человек любит, вот его сердце прилеплено к этим всем вещам, он не способен любить ближнего, он всегда будет эгоистом,
он не способен любить Бога, потому что это ему нравится больше. Для того, чтобы реализовывалась в нас Божья любовь, нам нужно постоянно практиковать это. То есть жертвовать, отдавать. Понимаете? Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. По большому счету, когда мы любим Бога, мы исполняем закон. Снова, видите, все сводится к исполнению закона. Получается, что не отменяет любовь закон. Закон никуда не исчезает. Но ты его исполнять начинаешь. Причем тебе не трудно, тебе легко. Ты не нарушаешь заповедь. Ты не желаешь. Ты наоборот желаешь, чтобы у ближнего все получилось. Все было хорошо. Чтобы он тоже был свободен. Чтобы у него тоже был дом, жена, дети, служение, полнота и так далее. И ты помогаешь другим людям в этом всем. И тогда эта любовь, она перетекает. Это то, о чем сказал Иешуа, что у нас должны течь реки живой воды из чрева. То есть любовь должна из нас выходить. Всегда это будет проявляться только в поступках. И когда мы перестаем делать зло, мы перестаем производить просто это зло вот в этот мир. Исполняем мы таким образом Божий закон. Даже когда мы, ну скажем так, умышленно не думаем, я должен исполнять закон, я то, выполнить что-то, список. Ты его выполняешь, когда любишь. Когда любишь, ты не можешь нарушить. Ты всегда правильный поступок сделаешь, ты сделаешь правильный выбор. Ты пожертвуешь, или наоборот, не дашь. И это тоже будет любовь. Дело в том, что любовь Божья — это не сентиментальное чувство, а это жертва, как я уже сказал. Когда нам кто-то что-то жертвует, я думаю, каждый это знает, нас это действительно касается, мы переживаем, нам это нравится, мы чувствуем, как бы, что нас любят, нас помнят. И когда мы это делаем по отношению к другим, мы тоже испытываем и переживаем определенное возвышенное чувство внутри себя. Почему? В этот момент мы становимся подобными Богу. Так же, как Бог возлюбил мир и отдал своего Сына. Мы, любя ближнего, тоже можем что-то отдать, чем-то пожертвовать. И в этот момент мы чувствуем внутри себя силу, мы чувствуем себя большими, крепкими. Это Бог внутри нас, и мы его чувствуем, мы его переживаем. Поэтому, если человек говорит, я не чувствую Бога, я не переживаю Бога, скажите просто этим людям, вам нужно поступки совершать, тогда вы переживать начнете Бога внутри себя. Пока будете теоретиками, не будете переживать Бога. Бог же отдал Сына, а не провозгласил, что отдаст, но не отдал. Подарок, когда мы дарим, мы же чувствуем себя большими, правда? Или нет? Большими себя чувствуем. Почему? Это Бог внутри нас. Так же, как Он дарит нам подарки, дары Святого Духа, например. И когда мы их реализуем, мы чувствуем себя хорошо. Это Дух Божий внутри нас. И вот нужно больше пространства давать этому Духу внутри себя. Тогда любовь будет настоящей. И самое главное, не думайте, что о вас скажут люди. Люди всегда что-то скажут. Как правило, не очень хорошее. Поэтому, если на это ориентироваться, вот я так размышляю, если Иешуа не смог угодить всем, ну я и подавно не смогу, поэтому понятно, для кого-то я буду плохой. Но мне это не важно. Мне важно, что обо мне думает Бог, думает Отец. Поэтому я
процитирую, да, это не моя фраза, у одного там человека есть такая. Я не думаю, сейчас я вспомню, как это написано. Мне все равно, что обо мне думают те, о ком я вообще не думаю. Вот действительно, вопрос еще, что скажет Бог об этих людях, а судьи кто, помните, да, большой знак вопроса. Не ориентируйтесь, поступайте по Писанию. Кто-то скажет, что вы сумасшедший, кто-то скажет, что вы плохой. Но Иешуа тоже так говорили, но он спас человеческий род от их грехов. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Но это, я бы сказал, аксиома. Аксиома – это то, что не требует доказательства. Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы, облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Обратите внимание, как днем будем вести себя благочинно. Обычно по ночам вот это все происходит. Распутство, пьянство, пирушки, сладострастие. Да, вот в темное время суток все эти дискотеки, клубы, бары. Я, слава Богу, покаялся до того, как все это появилось, ну как бы, я никогда не был в таком месте. На дискотеке я был последний раз, эти вот танцплощадки, знаете, вокруг вода, такая бетонная, ну вот в Киеве были, в других городах. Ну и в школе там еще, в актовом зале, да, вот на таких я был там последний раз, там в школе, в школьный возраст, наверное. То есть я не был никогда вот в этих всех местах. Но мы понимаем, о чем идет речь. Видите, 2000 лет назад точно так же все это происходило в темное время суток. Пьянство, блуд, разврат и так далее. Так вот, Рабби Шауль призывает и говорит, давайте будем вести себя, как днем ведут себя люди. Такой пример, ну как бы детский вроде бы. Здесь вот этот отрывок, я бы сказал, это пшат, то есть тут не нужно толкование, тут все так понятно написано, доступно. 11 стих, вот по 14. Давайте вести себя как днем. То есть те люди, которые днем, ну вот римляне, послание к римлянам в частности, они приходили там на форум, допустим, да, или куда там еще, конгресс, да, или как там называется?